Основание было видно. Скажи, ты когда раздавал, тебе деньги давали, нет? Давали. Вот нынче какой год, интересно. Мне человек 7 давали деньги. Да прямо так это настойчиво. Я говорю, да умножит Господь наше богатство еще больше. Мы не за это вышли. Прямо деньги вытаскивают туда. Вот наблюдай до конца, пока не вернется на это же самое, поснимай. Раньше на елку звезду и Вифлеемскую вешали. Вот смотри, как насчет-то повторять-то. Наблюдай внимательно. А Вифлеемскую ли? Ты первую-то запомнил, как было? И к ней вот считай, сколько разных вариаций. И потом Вифлеемскую заменили мы. Все, мама. Потом какую-то... Вы в детстве на елку не ставили елку? Никогда. У вас это грех был? Не знаю, не было и все. А там елок нет, сосна. Мы дарим Евангелие бесплатно, вы получили. Вам Евангелие, вот наблюдай, сколько разных вариаций видел, как она. Это сколько разных лампочек. Одно время звезду на елку ставили, красную, которую стали. А вы... А вы помните, что на елке звезду красную ставили? Да. А сейчас не ставят уже. Там какой-то фильм стоит. Вот это небо. Ну все, она уже повторяется. Все уже, все. Повторилось, все, да. Уходим. Поехали. Все, садитесь. Ну сколько раз накладывал, я все знал. Евангелие 3 осталось. Давай. Давай, открывай. Слава тебе, Господи. Хорошо попал. Идите с этой стороны, Игнатий. Игнатий Иванович, вот с этой, вот с этой. А что, вперед его не посадил? Сколько времени сейчас? Тут самое в 24 часа начнется. Красочное зрелище. Ну нам это не надо. Ну довольно. Вот сейчас все-таки бегут там? Да, бегут. Ну вот. А тут и не видно ничего освещения-то. Ну спаси Христос, побыли маленькие. А тут одни и те же люди уже попадаются, а мы взяли, а нам говорили, уже неудобно стало. Да. 22:41. Ну, люди-то одни и те же, подходят новые, не нуждаются. Да. Даже примерно так, я думаю, может быть, из 21 только берет. Ну ладно, Христос.